Привет, дружочки. Мы с Олегом сейчас сходили в лес. И видите, он дрожит как. Хоть дома и тепло. Мы ходили в лес, и Олег подцепил клеща. Я уже заметил это дома. Клеща уничтожил. А Олега пришлось помыть, чтобы избежать и других клещей на его шкурке. Водой и шампунем они смываются. И Олег все еще мокрый. Ему немного холодно. Поэтому он зубками-то и стучит. Трясется. Трясется. Как лист осиновый. Такая погода. И идти бы с Олежкой по лесу погулять, но из этих клещей... Малышу придется остаться дома.